3 июля – памятный для Севастополя день. Официальная дата, когда советские войска ставили город в 1942 году. Уже несколько лет на месте, где проходил последний рубеж обороны 35-й береговой батареи, в этот день проходят акции памяти, посвященные защитникам города, в том числе и торжественные перезахоронения недавно найденных останков. У некрополя музейного комплекса 35-й береговой батареи собрались несколько сот человек, чтобы почтить память героев второй обороны Севастополя, погибших в 1941-1942 годах. Останки 71 бойца Красной армии и флота были найдены поисковиками Севастополя, Крыма и России на Микензевых горах весной этого года в рамках вахты памяти и регулярных поисковых экспедиций. Когда хоронят защитника, кости которого лежали и не были обнаружены, наверное, любому из нас было бы обидно, чтобы о нас забыли. Наверное, возвращение останков и их захоронение – это не только воспитательная роль, это еще и духовная, большая духовная роль для того, чтобы значение нашей истории героической все-таки оставалось среди нас, а не где-то только в учебниках. Среди останков 71 защитника Севастополя лишь двух бойцов поисковики смогли идентифицировать. Сегодня они уже не значатся в списках пропавших без вести. А значит, спустя 70 лет со времени завершения Великой Отечественной войны, их семьи наконец смогут узнать об их судьбе. Смогли обнаружить Костарева Степана Елисеевича 1901 года, то есть в 1942 году ему был 41 год. Он из города Очакова, красноармеец, числился пропавшим без вести. Родственники его пока не найдены. И второе именное захоронение сегодня – это Сбойчаков Савелий Васильевич 1914 года. Ему было 28 лет. Тоже краснофлотец, призван из села Сухой Донец Воронежской области. И они смогли найти его родственников. Сегодня они проживают в Луганской Народной Республике. После церемонии захоронения в здании музея 35-й береговой батареи началась ежегодная акция «Час памяти», на которой были переданы фонд музея личные вещи защитников города, а также были вручены награды участникам поисковых отрядов города-героя. Ольга Бурачонок, Анатолий Кукса. Время новостей. Севастополь.